Ничего случайного нет. Родилась внутри, созрела необходимость. Она созрела, во-первых, потому что в последние годы открылся доступ к литературе Серебряного века, которая не издавалась ранее. Раз. Дальше. Обилие музыкального фона нашей жизни, который так любит и, естественно, любит молодежь, в этом нет ничего дурного, но он, с моей точки зрения, своими ритмами во многом убивает душевные, тонкие качества человека. Поэзия Серебряного века и жанр мелодикламации, который существовал до революции, вот это сочетание музыки и хорошей поэзии, поэзии, которая говорит о простых, но всем доступных, понятных и близких человеческих чувствах, о любви, преданности, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о тоске, о печали, о надежде, о крушении надежды. Но все это в хороших стихах – это маленькие пьесы, это маленькие, маленькие драмы, как ариетки у Александра Николаевича Вертинского, на первом концерте которого в 1947 или 1948 году я был студентом, когда он вернулся из Харбина в Доме актера, играл свой первый концерт. Вот точно так же в мелодикламации это маленькие истории человеческих судеб, которые близки и понятны всем. Я не хочу сказать, что в протест этой грохочущей музыки, которая обрушивается на нас круглосуточно, с ударниками и гитарами по телевизору и по радио. Нет, совсем не в протест. Но внутри, наверное, хотелось что-то сказать о прекрасном и человеческом. И оказалось всем понятным. И оказалось нужным. Революция смела этот жанр мелодикламации. Это не пение и не чтение. Это мелодикламация. Это чтение стихов под музыку, специально написанную композиторами, такими как Оренским, Вельбушевичем и другими, Тидеманом, специально написанные к произведениям литературы. Поэтому я брал хорошую литературу, смотрел, как это делали композиторы конца 19-го, начала 20 века, и потом это выросло в целую программу. И потому, с каким удивлением, каждый раз, приходя на концерт, я чувствую, что я правильно сделал, что я вот потрудился над этой программой, потому что ее удивительно внимательно слушает аудитория. Я читал эту программу в разных городах. Я читал ее в зале «Космос» в Свердловске, где 4000 человек. Это камерная программа. Это невозможно для большого зала. Там была абсолютная тишина. Недавно я был в Орле. Там было 125-летие со дня рождения Ивана Бунина, поэта и писателя Серебряного века. И это было ново для людей. И зритель это сталкивался с совершенно новым жанром. И то, как зритель это слушает в тишине и как принимает, меня радует и убеждает в том, что я почувствовал эту потребность зрителя прекрасного и красивого слова и музыки, и не ошибся в этом. Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом,
для которой был пес почтальон. Не у каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала у калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто-оголтелым меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожи! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад услышать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга веду тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. О подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной стояло на столе. Но час настал, и ты ушла из дома. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою. И вспомнил я тебя пред аналоем и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. В сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни ты, милая, ты нежная нашла. Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о подвигах, о славе, все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в простой оправе своей рукой убрал я со стола. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, аллее Алуниной вы проходите морево.
Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена, словно лапы паучные, словно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная. Утомление любовное вам судьбой предназначено в шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом. Вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике? И найдется ли пара вам? Ножки пледом закутайте, дорогим ягуаровым, и, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом. И закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым.